Друзі, я вас вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Я з радістю традиційно представляю нашого гостя. Це є політолог зі Сполучених Штатів Америки, а також екс-керівник апарату уряду Азербайджану Рамис Юнус. Господин Юнус, здравствуйте. Вітаю вас, дякую за запрошення. Рад вас видеть в доброму здраві. Привітаю всю нашу многоуважаємую аудиторію. Слава Україні! Героям слава! Господин Юнус, давайте начнем наш разговор с того, что Зеленский 6 июня планирует, как говорит политика, быть вместе с президентом Франции и другими представителями на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии. Вот как расценивать эту поездку? Почему именно Франция? Потому что политика издания говорит следующее, что якобы Зеленский будет говорить о том с Макроном, Францией, чтобы альянс или отдельные члены НАТО могли частично защищать наше небо от ракет, которые летят со стороны России. И сюда же я бы хотел тоже вспомнить, да, о том, что вот Германия призвала Францию, цитирую, что активизировать помощь Украине оружием, отметив, что ее вклад контрастирует с заявлениями, которые делает официальный Париж. Переведя на нормальный язык, вы то, что говорите, вы то и делаете. И здесь я вспоминаю ваши же слова, то, что Франция ориентирована в второй десяток среди стран, которые помогают Украине. Ну, начнем с того, что сегодня Украина, как и она делала предыдущие все месяцы, даже годы, последние два года, с начала полномасштабной агрессии России против Украины, использует любую возможность для того, чтобы возвысить голос Украины, справедливый голос Украины во всем мире. И для этого используется любая трибуна, как личные встречи, визиты в ту или иную страну, как личные визиты на ту или иную конференцию, будь то Организация Объединенных Наций, или же какая-то международная конференция, типа Давосская конференция, или совещание по безопасности в Мюнхене, или что-нибудь другое, да, любое. Любое такое, G7 может быть, это может быть заседание Европарламента, что бы ни происходило, да, везде он должен выступать. И таким образом мы увидели, что сегодня тема Украины как на американском континенте, так и, в принципе, на европейском континенте, я подчеркиваю, в первую очередь, среди ваших союзников, а это касается, и, в принципе, и семерки, это дошло и до глобального юга, то есть я имею в виду и до Южной Кореи, и до Японии, то есть там, где непосредственно Украина получает конкретную помощь, а это в первую очередь именно от того, что вы регулярно занимаетесь очень правильно проталкиванием своих нарративов, своих проблем. Потому что это тоже часть защиты суверенитета, территориальной целостности. Информационная война, она не менее важная. Ну и она является составляющей, частью дипломатии. Да? Это не работа только одного министра иностранных дел. Это работа всего государственного аппарата во главе с президентом. Да и, в принципе, честно говоря, это работа и гражданского общества Украины в том числе, и все люди должны это делать. Поэтому, когда возникает какая-то оказия политическая, да, то, конечно, этим надо пользоваться. И то, что в Нормандии будет проходить, так сказать, уже 80-летие этого исторического события, открытия второго фронта и высадки союзников, вот, это не связывайте только именно с французами, потому что это высадка союзников, и поэтому это общая победа, это общее, так сказать, действие было. И тут еще тут важный момент, второй аспект, это то, что туда не пригласили Россию, я имею в виду на уровне руководства России, да, и там, естественно, там, где нет президента России, и любое участие президента Украины, это очень важно. Вот раньше, например, на семерке была восьмерка, там был президент России. Сегодня вместо президента России во многих структурах присутствует президент Украины. Это очень важно отмечать, это чистый такой моральный фактор, это политический фактор, но я уже не говорю про информационную составляющую. Поэтому, зная об этом, вот учитывая все эти факторы, конечно, очень важно будет участие вашего президента, а на каком уровне там будут представлены союзники, как союзники по антигитлеровской коалиции, так и нынешние союзники по НАТО и Евросоюзу. Мы это увидим как раз-таки, когда это мероприятие будет проходить. Но, насколько я знаю, сейчас изучается возможность организации личной встречи президента Байдена и президента Зеленского
Как это будет происходить или где, еще никто не знает. Может быть, это может быть и визит в Киев, это может быть и встреча где-нибудь на нейтральной территории, вот как я говорю, вот на такого похожих мероприятиях. Но то, что президент Байден планирует это сделать и использовать это в своей предвыборной кампании, это однозначно, гадалки не ходить, потому что сегодня украинская тематика, после того, как она прошла удачно вот это шоу в Конгрессе шестимесячное, как вы видите, оно на всех парах, обе эти партии стараются теперь показать, что кто из них больше всего любит Украину, заметьте, да, и республиканцы в этом стараются не отставать, и сам спикер Джонсон, который выступал против, также очень многие другие, которые выступали довольно негативно, в основном те, которые связаны с тем же Трампом, ну, я этих, так сказать, одиозных этих людей не имею в виду, там, это Марджет Грин, там, такого типа, да, я имею в виду те, которые авторитетные представители республиканской партии, включая самого Дональда Трампа, который, так сказать, по совету имиджмейкеров этой партии наверняка поменял свое решение и вообще старается не комментировать, и вместо него комментирует сегодня или Джонсон, или такие ключевые представители этой партии, то есть и Мич МакКоннелл, и лидеры комитетов Нижней Палаты, и Тернер, и Макфол, то есть вот так, это очень важно показать, что, и более того, они наезжают даже в этой тематике, вот заметьте, в последнее время спекуляции о том, что вот давайте официально скажем, что мы, что Белый дом официально, чтобы сказал, что мы не запрещаем Украине там бить оружием украинским по территории, но опять же, на эту тему никто даже слова не говорит, потому что нет же официального запрета, никто не говорил, что мы запрещаем, все говорят о том, что мы не поощряем, а слова запрета нету, и я не сомневаюсь, что этого запрета нету, и его и не будет. И коль это вот сейчас спекуляция идет на таком уровне, да, а мы знаем, что когда закон принимали, там разговор шел о 45 днях, чтобы госсекретарь и министр обороны выступили, законодательно закрепители, то есть цель, какая цель у Соединенных Штатов Америки? И в законе прописали и атакам точно так же. И просто это все сейчас информационная, так сказать, составляющая, именно для того, чтобы это четко было прописано. И те, и другие сегодня спекулируют на этой тематике. Поэтому и в этой теме у вас проблем, я не думаю, будут какие-то проблемы. А то, что ваш президент старается использовать любую трибуну для того, чтобы давить, в первую очередь, на Белый дом, и опять же, через призму президентской здесь кампании, и заодно давить на лидеров Евросоюза и НАТО, где также будут проходить выборы в Европарламент, это очень правильная тактика, и я думаю, она даст, она и так дает определенные плоды. Вы видите, как за эти два года изменилась риторика и поведение, и предметной плоскости, точно так же, как и Соединенных Штатов Америки, и стран Европы. Поэтому я не сомневаюсь, что президент Зеленский и не только на этой конференции, он даже на этой конференции, которая будет и в Женеве, которая точно так же в прикладном плане, может быть, ничего не будет иметь никакого значения, но по мере того, что как много стран там будут представлены, вот. Я понимаю, например, если уже индийский премьер, видите, заявил, что он там будет, потому что китайского там не будет, а Китай и Индия конкурируют. То есть, поэтому, и значит, там, значит, можно будет встречаться, то есть, показать это все. Там Зеленский будет выступать, он будет хозяином этого мероприятия, помимо всего прочего, у него будут личные встречи. Поэтому тема Украина там, тема Украина тут. Тема Украины в Конгрессе, вот эти все моменты, а поставки оружия идут и идут, вот завтра будет, насколько я слышал, что будет очередной транш вот, помощи Украине в том числе, поэтому сюрпризов положительных, позитивных в достаточном количестве вы будете слышать на протяжении вот до ноября месяца, до конца этого года однозначно, достаточно, вы уже хватит. Столько наслышались негатива за время вот всех этих баталий, поэтому пришло время, когда вы будете слышать позитив. И это время как будто бы вот тихо-тихо начинается, и публично вы это будете слышать. Господин Минус, отдельно хотел бы остановиться на вопросе удара по российской территории, Российской Федерации, вооружением, которое нам дают союзники, в первую очередь, это Соединенные Штаты Америки. Вот активно в последние дни Энтони Блинкен, да, говорит, не, мы не поощряем, но Украина должна сама решать, бить или не бить. Майк Джонсон, да, который полгода тянул этот законопроект помощи Украине, теперь говорит, да я обеими руками за то, чтобы бить по Российской Федерации. МакКол
конгрессмен даже на карте показывал, как использовать ATACMS на севере нашей страны, да, откуда в сторону Харькова пытаются пролезть наши враги. Насколько это важен вопрос, насколько это может решиться, насколько все-таки пойдет на шаг Белый дом и позволит официально, или официального указа не будет, но тихонько может позволить. И может ли реально Соединенные Штаты Америки решиться на этот серьезный шаг? Я, во-первых, забыл завершить ответ на первый вопрос по поводу того, что немцы сказали по поводу французов. Вот. И это на самом деле это так. Это лишний раз говорит о том, что хватит болтать языком. Вот. Он же отправил свои войска, Макрон, в Новую Каледонию. Правильно? Да. Так, а какая разница? Новая Каледония где находится, а где находится Украина? Да? И ты там отправляешь для чего? Значит, у тебя есть эта техническая возможность. А здесь почему ты это не делаешь, если ты такой смелый? Я уже не говорю, войска отправлять и не надо. Потому что у украинцев достаточно своих героев, которые могут защищать свою родину. Вы дайте им оружие, то, что, которое вы можете. И поэтому то, что Германия вот так публично это сказала, это очень хорошо. Вот. Германия имеет на это право. Германия номер один на европейском континенте по поддержке Украины. А если взять чисто в общем порядке, да, то есть и по номенклатурным тем данным, она вообще переплюнула всех. Вот, поэтому, а Франция, по возможностям, которые есть у Франции, они у нее ВПК посильнее, чем у той же Германии. Многие этого не знают. Номер один на планете. А я на планете, я извиняюсь, я оговорился. Номер один на европейском континенте. И она находится на 15-м месте. И это видно, это все знают, это не скрывается. И поэтому поменьше болтайте и помогайте. Поэтому это очередное также давление. Что касается вашего вопроса, официального запрета нет. И официального разрешения, значит, тоже не будет. А все, что мы слышим, это информационная составляющая. Правда? Вот вы меня спросите, я вам скажу. Запрета нету. И вы все будете делать. Вы и так делаете, и вы будете делать и по усиливающейся. Просто если это будет официально заявлено, это усилит информационную составляющую российской стороны. Вот, например, когда Макрон ляпнул, он войска, видите, не отправлял, да? Я и только сказал, посмотрите, сколько дней на эту тему российская информационная машина работала, и тем самым она сплачивала российское общество. Они и так с утра до вечера говорят, мы с Украиной не воюем, мы воюем с Западом во главе с Соединенными Штатами Америки. И вот когда кто-то на Западе делает такого типа заявления, как сделал тот же Макрон, да, это моментально работает на мельницу той же пропаганды российской. Поэтому зачем делать такие заявления? Вообще, зачем делать публично такие заявления, которые непосредственно будут влиять на события на поле боя? Вот представьте себе, идет скопление войск на границе с Украиной, с российской стороны. Ну, где-нибудь, да, на каком-то направлении. Белгородском, Курском, там, или же на каком-то направлении, в приграничном направлении. Это не на крымском направлении, да, я имею в виду именно там. И что? Дать указ такой публичный, подписанный президентом Байденом, все, этого нет. Это они спокойно будут там собираться. И что дальше? Это месседж, им собирайтесь там, да? Такого этого не будет. А вот когда идут спекуляции на эту тему, а там будут гадать, будет так или не будет. И вот а вдруг они начнут там собираться. Вот соберутся, и в этот момент что-нибудь с неба прилетит туда. Может такое быть, конечно, может такое быть. А где правда? А зачем эту правду озвучивать? Идет информационная война. Идет такая война, и дезинформационная в том числе. И в этой войне вполне могут принимать участие высшее политическое руководство, как Соединенных Штатов Америки, так и Украины в том числе. А какая правда? Правда в том, что я после вот принятия Конгрессом этого закона, где написано, и обе партии согласились на это, и большинство подписалось под это. Вот в течение 45 дней конкретно нам нужна цель. То есть то, что раньше было, уже не работает. Помогать Украине столько, сколько надо. Кому надо, неизвестно. А вот здесь четко написано, нам нужно конкретно поставить программу, чего мы хотим добиться. И как мы хотим добиться? Да, мы говорим уже про победы. И как мы хотим добиться этой победы? И для того, чтобы не было каких-то спекуляций на эту тему, в этом же законе прописали уже ATACMS. Если ATACMS прописан в этом законе, и если это идет разговор о победе, ну какая может быть победа,
если какие-то могут быть запреты. Ну, просто логично, да? Значит, это спекуляции. Значит, никаких проблем с этим я не вижу. И в ближайшее время Россия, я не сомневаюсь, это почувствует. Господин Нунес, если вот вы вспоминали, да, о том, что премьер-министр Индии Моди согласился быть на саммите мира в Швейцарии, насколько это серьезно? Потому что мы знаем, вот этот треугольник, ну, я не знаю, правильно ли говорить треугольник, Индия, Китай, Соединенные Штаты Америки, много предприятий, такие как Apple, это не секрет, да, переносят свои производства с Китая в Индию. Насколько Индия заинтересована, чтобы стать номер один в регионе, и может ли это серьезно повлиять на отношения Индия-Китая, до России, даже до вражеских каких-то? Нет, ну никаких вражеских отношений между Индией и Китаем не будет. Точно так же, как на этой территории, я не думаю, что кто-то будет заинтересован. И в первую очередь та же Индия и тот же Китай. Вот. И события последних десятилетий – лишнее тому подтверждение. Потому что и Индия, и Китай, так же, как многие другие страны глобального юга, юго-восточной Азии, сегодня очень большое внимание уделяют экономической составляющей. Вот там очень присутствует очень много... И западный капитал в том числе. Просто другое дело, очень много нерешенных проблем и территориальных. И это не только одна Тайвань, да? И эти проблемы есть как у Китая со своими соседями, так и у Индии со своими соседями. Достаточно вспомнить взаимоотношения Индии и Пакистана за этот Кашмир. И вот ядерные державы. Поэтому и везде Запад старался соблюсти баланс, как между Индией и Пакистаном, так же и между Индией и тем же Китаем. Баланс политический и баланс экономический в том числе. И Запад старался работать с ними именно таким образом, чтобы у Запада были всегда бы и элементы сдерживания. И с другой стороны, это должен быть элемент сдерживания в виде какого-то дамоклого меча, учетом нерешенности каких-то территориальных проблем, и поэтому именно туда они будут вкладываться и помогать. Вот так, типа как вот, например, тема Тайваня, да, и вот как раз-таки далеко не случайно, регулярно эта тема Тайваня используется для внутриполитических игр как в самом Китае, так и здесь, в Соединенных Штатах Америки, что мы видим и сейчас в том числе. Но до горячей фазы это не доходит. И я не думаю, что на уровне такого типа монстров больших стран, как Индия и Китай, это тоже дойдет. Тем более в нынешней ситуации, в условиях, когда администрация Байдена нынешняя делает все для того, чтобы на внешнем рынке не было бы никаких таких эксцессов, да, никаких эскалаций. И это касается как китайского направления, вообще глобального юга, это касается и Ближнего Востока, это касается и вас в том числе. Ежели не могут эту войну остановить хотя бы, загнать ее вовнутрь, как они раньше все время это и делали, то хотя бы сделать так, чтобы эскалация на всех этих точках не вышла бы на тот уровень, что это может помешать здесь, в этой президентской кампании. Поэтому я никакой такой большой эскалации не вижу. Просто мы будем видеть вот такого типа соревнования. Да? Угу. Россию будут использовать в этом факторе. Вот видите, да, Россия используется сегодня между Индией и Китаем точно так же. Россия играет на этих противоречиях, на их конкуренции. И каждый из них доит эту Россию точно так же. И Индия, и так же, как и Китай, по дешевым ценам покупает энергоресурсы. И очень много другого. Потому что Россия нуждается после железного занавеса, который медленно опускается на западном направлении, именно усиливает это направление. И я не думаю, что они будут усиливать и делать ставку только на один Китай. Поэтому точно так же, как посмотрите, и Китай, и Индия стараются работать сегодня и на Ближнем Востоке, и на африканском континенте. Поэтому мир меняется. Мир меняется, просто мы должны понимать, что правил сегодня никаких нету, но какие-то правила будут, когда закончится, вот так сказать, горячая фаза этих войн. Но это будет еще не скоро, можете так себя не обманывать. Ни на вашем фронте, ни на Ближнем Востоке, ни где-нибудь еще, потому что в этом никто не заинтересован из больших стран. Для них надо сегодня загнать пока эту проблему, не эскалировать.
Дальше они будут думать после президентских выборов, которые произойдут здесь в США, потому что и на политику Индии, и на политику Китая, и на политику России, и вообще на политику планеты очень сильно будут влиять результаты выборов здесь президента. И далеко не случайно, вот я сейчас с вами разговариваю, сейчас в данную минуту проходит государственный визит президента Кении. Президенты Кении, многие даже это не отмечают, его принимают на самом высоком уровне. Вечером будет дан его честь. А Кения где? Посмотрите на карту. И Кения получит статус союзника вне, так сказать, НАТО. Да? Тот статус, который имеют многие представители глобального юга, глобального... я имею в виду, как Южная Корея, как Япония, как Израиль. То есть вот такого типа страны. И Кения получает этот статус. И почему? Вот простой вопрос, да, надо посмотреть на карту, надо посмотреть, что происходит сегодня в Африке, посмотреть на возможности этой Африки, то есть впереди борьба и за Африку в том числе, и вы видите, и Китай там активен, и Индия, и Россия, и сегодня, видите, и Евросоюз, и Америка точно так же, поэтому идет переформатирование всего мира. И я думаю, они будут стараться это делать не горячими руками. И это касается и Тайваня в том числе. Потому что мир глобальный, и большие деньги вертятся, как между Китаем и Европой и Америкой, между Индией и Европой и Америкой. Поэтому, когда происходит война, которая вот сейчас произошла из-за агрессии России против вас, вы видели, как они нехотя вынуждены были отказываться от тех барышей, которые они на протяжении десятилетий имели, общаясь с той же Россией. Но, опять же, видите, они это делали медленно, и, опять же, еще до конца даже не дошли. А Китай и Индия – это весовые категории намного повыше и посильнее, нежели та же Россия. Поэтому я не думаю, что соперничество между Индией и Китаем дойдет до какой-то горячей фазы. Господин Юнус, вы вспомнили о Тайване, ссылаясь на издание Global Press. Они говорят, что в начале июня Китай может начать вторжение в Тайвань. Что известно официально, что сейчас Китай проводит учения вблизи Тайваня, в Тайване обеспокоены этим. И есть цитата МИД Китая, я процитирую. «Силы, выступающие за независимость Тайваня, будут оставаться с разбитыми головами и пролитой кровью после столкновения с большим обязательством Китая достичь полного объединения». Насколько это сейчас серьезно, насколько здесь эскалация может быть? Потому что, если я не ошибаюсь, это уже не первое высказывание такого характера, такой серьезности, резкости со стороны МИД Китая. Это 1001 китайское предупреждение, не больше того. На него надо реагировать спокойно. Китай внимательно следит за результатами войны, которую развязала Россия против Украины. Если Россия это сойдет с рук, вот тогда спекуляции на эту тему, они имели бы место. Поэтому эти заявления или эти утки, которые бросаются в тех или иных газетах, вот, говорят, ближайшее время. Да, вот я хотел бы потом обратиться к этой газете, и пускай они объяснят, почему это не произошло. А этого не будет. Этого не будет однозначно. Потому что Соединенные Штаты Америки и Китай, они до конца этих выборов договорились. Лично Байден с Си Цзиньпинем договорились не эскалировать нигде ситуацию. Ни вокруг Тайваня, ни на Ближнем Востоке, ни на российско-украинском фронте однозначно. Только для того, чтобы Байден остался во власти. Потому что Си Цзиньпинь этого хочет. Си Цзиньпинь не хочет прихода к власти Дональда Трампа. Ему это невыгодно, потому что он с ним работал. И он понимает, что ему будет намного труднее, чем это сегодня происходит при нынешней администрации. И вы же видите, как они уже сколько раз встречались и на каком уровне. Тот же Байден постарался помочь ему выйти из этого кризиса, в котором оказался Китай после пандемии. Несмотря на такие жесткие порой заявления на те или иные темы, которые мы также слышим регулярно из Вашингтона, да, в том числе или же из Пекина. И, напоминая там и визит Нэнси Пелоси и так далее и тому подобное. Да, а ВОЗ и ныне там. Так что никакой войны вокруг Тайваня в ближайшее время не предвидится. Потому что Китай планирует и вернет этот Тайвань так же, как он вернул себе Гонконг. То, что Тайвань – это территория Китая, это признается всем миром. Но в первую очередь признается Соединенными Штатами Америки. На планете всего 9 стран.
которые эти страны не решают ничего. Более того, никто об их существовании даже не знает. Да, если так взять, вот Парагвай, там вот такого типа стран, которые это все признали. Поэтому здесь важно признание ключевых стран на планете, да, и в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности. А этого нету, а исходя из этого, плюс официальная политика США, это политика одного Китая, вот, и напоминаю, Гонконг вернулся без единого выстрела в правовое поле Китая, и точно так же в правовое поле Китая, нынешний Китай и планирует вернуть Тайвань, тем более половину острова Тайвань этого хочет. Половину острова. Ну, если половину острова это хочет, и что, они пойдут войной на этот остров, а зачем это делать? Когда можно это сделать совершенно законными методами, политическими возможностями, успехами на выборы, экономическими моментами, и можно прийти к власти, прокитайские силы, и они могут в конечном итоге решить юридически этот вопрос, так же, как это было решено с Гонконгом. Так что в ближайшее время никаких горячих, ну, никакой войны между Большим Китаем и Маленьким Китаем я не вижу. Господин Юнус, я хотел бы спросить вас следующее. Вот Ники Хейли якобы поддержала кандидатуру Трампа на выборах. Насколько это серьезно, насколько это даст поддержку Трампу? И как вы считаете, почему так решила Ники Хейли, которая очень серьезно критиковала Трампа? Я не слышал, чтобы она поддержала. Где вы это читали? Вчера она говорила, что... я сейчас попытаюсь найти. Я просто вспомнил, да, в разговоре с вами США сейчас. Если такое было бы сообщение, сегодня вся американская пресса на эту тему пристрелила. А, ну тогда, значит, это была утка, тогда снимаем этот вопрос. Да, ну вы нет, правы, да. Это если бы такое было бы сообщение, все американские новостные сайты начали бы с этого, потому что это на самом деле было бы новостью номер один, потому что если Ники Хейли официально, ну, допустим, да, я сейчас отойду, если нету, вот если Ники Хейли официально поддержит Дональда Трампа, если Дональд Трамп официально ее выберет в качестве вице-президента, то на... и если кандидатами от обеих партий останутся Байден и Трамп, то в ноябре тогда победит связка Дональд Трамп-Ники Хейли. Если там не будет Ники Хейли, а связка будет другая, например, Дональд Трамп там с кем-нибудь, да, Рамасвами, вот, то очень трудно будет сказать, что у Дональда Трампа шансы лучше, чем у того же Байдена. То есть у обоих будут ужасно плохие отношения. Ники Хейли там на территории, где 40% американцев беспартийных, так скажем, и особенно в этих неопределившихся штатах, у нее авторитет на 17%, а порой до 19% больше, чем у Трампа или же у Байдена. Поэтому это очень важный фактор. И поэтому все сегодня задаются этим вопросом. Поэтому я еще этого официального сообщения на эту тему не слышал. Но я думаю, внутри республиканской партии идут очень серьезные дебаты на эту тему. У них будет в июле съезд должен состояться. Они наверняка сейчас все ждут вот этого конца, завершения этого судебного процесса, который в Нью-Йорке проходит. И после этого наверняка и будет заявлено о том, что кто же будет вице-президентом. Далеко не случайно по сегодняшний день кандидатура вице-президента у республиканцев и лично у Трампа она не названа. И, может быть, поэтому все хотят и спекулируют, иногда выбрасывают утки. Но кроме Ники Хейли никакой другой кандидатуры, потому что она принимала участие в праймерис, никакой другой кандидатуры, достаточной и авторитетной, которая может усилить позиции Дональда Трампа, которого вот Дональда Трампа, так же, как Джо Байдена, уже около 80% американцев не хотят видеть президентами. А Ники Хейли, так же, как любого демократа молодого, хотели бы видеть. Именно в первую очередь из-за возраста, потому что им обоим, одному за 80, другому под 80, поэтому это в первую очередь вопрос их возраста. Во-вторых, и тот, и другой уже были на этих должностях, и Америка ничего хорошего от этого не получила. Америка только раз за разом теряет авторитет, а Америка продолжает терять авторитет и последние 20-30 лет, так скажем, после развала Советского Союза, не занимаясь всем шариком всей планеты. Ну и вот поэтому, и вот видя, в какой ситуации оказался Байден и его администрация, и вот мы видим этот бардак,
и как они реагируют на это все. Поэтому американцы понимают, да, что Америке нужна свежая кровь, Америке нужно менять политический истеблишмент, который там основная масса 80 лет старики, как в Конгрессе, так и в исполнительной власти. Вот, поэтому я так думаю, это очень важный момент, но, к сожалению, я пока, к сожалению или к счастью, я еще его не слышал. Когда оно будет, давайте тогда и вернемся. Но я свои соображения на этот счет уже вам сказал. Господин Нос, я неверно истолковал. Она выступала в Нью-Йорке, она сказала, что она будет голосовать за Трампа, потому что Байден – это катастрофа, но не поддержала. Это разные вещи, поэтому вот… Это разные вещи, конечно. Да, сейчас, когда я слушаю республиканцев, многих, которые критиковали того же Трампа, но они же республиканцы, даже те выходят, да. И они говорят, ну, я вынужден буду. Вот, например, я не республиканец, а не демократ, да, и меня ставят перед выбором из двух зол выбирать меньше. Я чихать хотел на это два зла, да. Я не пойду на выборы. Но я беспартийный, я могу публично это говорить. Да. А если это будет говорить член демократической партии, плюс один из лидеров демократической партии, Ники Хейли наверняка раз выдвигалась, даже если сейчас, если ее не выдвинут, она наверняка и в перспективе захочет это делать, а завтра к ней могут предъявить претензии, что случилось, почему ты публично не поддержал, да, хотя бы, ладно, он тебя не поддержал, но ты же должна свой голос дать, может, от твоего голоса очень много чего-то зависит, ты должна же была это сделать, вот в этом плане, так что это разные вещи. Да, господин Нус, и последний вопрос. Вот смерть президента Ирана, Раиси. Мы понимаем, что это не главный человек в этой стране. Но как вы считаете, насколько смерть Раиси может изменить и изменит ли какие-то свои позиции официальные в Иране? Я имею в виду Иран и политика Ирана в отношении других стран. Ну, вы правильно заметили, должность президента Ирана, она, конечно, важная, ключевая в исполнительной власти, но она не самая главная в этой стране, потому что стопроцентная власть, единоличная власть принадлежит духовному лидеру. Он стоит над законом. Он стоит над законом, и он отчитывается только перед Аллахом, понимаете? Его, в этом плане. И он с этой должностью уйдет со смертью. Поэтому, а кроме этого, есть система власти. Система власти исполнительная, законодательная, судебная. Да? Вот. Он возглавляет, Раиси возглавлял исполнительную власть. У них президентская система исполнительной власти. Есть президенты, есть вице-президенты и так далее и тому подобное. У них на самом деле проходят выборы. Но только эти выборы, опять же, проходят под неусыпным контролем духовенства и, в первую очередь, духовного лидера. Он решает. Кто из кандидатов в президент, хоть там 100 человек будет, потом собирается совет, и на этом совете решается, да, кого пустить туда. И вот в этот совет трое сегодня включены, то есть и трое, я имею в виду исполняющие обязанности президента, это первый вице-президент, председатель судебной палаты, кстати, Ибрагим Раиси до этого был председателем судебной палаты, и председатель парламента. Вот эти трое и сам Рахбар, сам духовный лидер, да, Али Хаменеи. Вот они будут решать. А в комиссию в течение 50 дней будут поступать заявки, хоть 100 человек будет. Но в конечном итоге они вот будут совещаться и говорят, и биографию посмотрят этого человека. Нет, это не пойдет, это не то, это не то. То есть зависит от тех целей и задач, которые определяет сам Али Хаменеи, сам этот духовный лидер. И это не факт. То есть там нет никаких, так сказать, моментов, да, процедурных. Это решается волевым решением. Волевым решением самого духовного лидера, которому сегодня 85 лет. И все понимают, что он 85 лет, он болеет, и он давно ищет себе преемника. И одним из преемников, вероятных, реальных, считался как раз-таки покойный Ибрагим Раиси. Вот, кстати, сам Али Хаменеи стал духовным лидером Ирана, будучи президентом. Он был третий президент Исламской Республики Иран, когда в 1989 году скончался первый духовный лидер, да, Аятолла Рухолла Мусави Хомейни, основатель нынешнего Ирана. С 1979 по 1989 год он был духовном лидером, а вот в 89 году пришел нынешний Али Хаменеи, и по сегодняшний день он остается у власти. И поэтому многие вот так рассматривали, что, учитывая близость этого Ибрагима Раиси к духовному лидеру, учитывая его консерватизм, ультраконсерватизм, вот, и то, что Ибрагим Раиси
продолжал эту линию на протяжении своего президентства. Ибрагим Раиси очень много сделал такого по личному указанию духовного лидера, будучи прокурором. И когда он тысячам людей отправлял на казнь, его так и называли, мясник Ирана. Вот. Поэтому это все говорило о том, что это, на эту ключевую должность вполне может быть идет будущий преемник. Поэтому вот все так спекулировали на эту тему. И сегодня все будут внимательно смотреть, кто же будет следующим президентом. Да? И очень много фамилий называются. Но давайте не будем спекулировать на эту тему. Дождемся просто того, кого официально разрешат. Тогда будет понятно. Но однозначно могу сказать, либеральных кандидатов не пропустят, потому что сейчас идет, наоборот, радикализация иранского общества с учетом того, что происходит в мире. Когда вне Ирана идет, вот, так сказать, нагнетание на тот же Иран, значит, а это шиитское общество, оно сплачивается внутри, и тогда ультрарадикалам легче бывает проталкивать свои нарративы, включая своих кандидатов на ключевые должности. Я думаю, что следующим кандидатом может быть даже более радикальный человек, чем этот Ибрагим Раиси, и может быть в перспективе для того, чтобы из него потом вылепить и будущего кандидата на должность следующего духовного лидера. Это вполне может быть, хотя могут быть и другие варианты, включая сына духовного лидера, вот, который сегодня тоже один из авторитетных людей, просто это, опять же, немножко идет в диссонанс с теми целями и задачами, которые были объявлены в 1979 году. То есть они выступали против шахского режима, а тут получается то же самое, получается, да, от него к сыну, от отца к сыну, получается. Поэтому это может вызвать определенные сложности внутри Ирана в том числе. И, кстати, вот когда, чтобы не спекулировать на тему того, это несчастный случай, или это какие-то внутриполитические разборки, или это какие-то внешние факторы повлияли на это, могу сказать одно, что, учитывая вот эту всю сложность того, что я давеча озвучил, это говорит о том, что вполне могут быть и внутриполитические разборки, и они более вероятные, чем внешнеполитические, потому что внешнеполитические, учитывая то, что эти вертолеты, они находились на территории Ирана внутри. То есть встреча между президентами Ирана и Азербайджана произошла буквально на границе. Да? Там есть такой мост, Худафилинский мост, и именно этот мост соединяет через реку Арас. Вот, Азербайджан и Иран, да, и вот, а там построили гидроэлектростанцию, да, и именно поэтому эти вертолеты, эти три вертолета, и вместе с, естественно, с охраной, да, они находились на территории Ирана, поэтому эти вертолеты постоянно 24 часа в сутки находятся под охраной службы безопасности Ирана. То есть туда ни американцы, ни Израиль, то есть если считать именно этот данный случай, да, им будет намного труднее туда попасть. Но, конечно, если бы такая цель и задача была поставлена, может быть, они и пошли бы на это. Но то, что так это произошло, и то, что мы видим, что в Иране идут внутриполитические такие разборки, там очень много сейчас, так сказать, групп, которые борются за эту власть и в перспективе, да, они хотят место под солнцем, потому что должность духовного лидера или должность президента, который может быть трамплином к этой должности духовного лидера, это очень важная составляющая как для корпуса стражи исламской революции, это, так сказать, правительство в правительстве, также для разведки, так и для многих финансовых структур, особенно в условиях, когда Иран более 40 лет находится под санкциями, и очень много структур, которые сегодня делают большие деньги на обходе этих санкций, и они имеют большие связи, как и со многими на европейском континенте, и в глобальном юге в том числе. Поэтому, конечно, идет жесткая внутриполитическая борьба, и как следствие этой борьбы вполне может быть и какой-нибудь террористический акт, который может быть. Но это все спекуляции. Да? Обычно заявления идут антиамериканские, антиизраильские. Но это они стандартные, так сказать, заявления. А эти разговоры о том, что технически самолет был старый и так далее, и тому подобное, я просто их отметаю. Почему? Потому что если с более 40 лет страна имеет возможность обходить санкции, неужели вы думаете, трудно было найти необходимые запчасти для трех вертолетов для президента и его охраны, да? С той же Европой, в первую очередь, с той же Францией или еще откуда-нибудь, с которыми у Ирана довольно неплохие
все годы обхода санкций были отношения. Значит, это можно было всегда сделать. Поэтому вполне может быть и несчастный случай, просто конспирология, когда такие вещи происходят, всегда будет этому сопровождать. А что касается уже конкретного ответа на ваш вопрос, я не думаю, что внешнеполитическая политика Ирана на внешнем рынке чем-то изменится. Она, наоборот, еще будет более ужесточена. Внутри страны, я не думаю, что будет дестабилизация. А наоборот, они еще больше сконцентрируются. Но другое дело, то, что ситуация в Иране, она может всегда взорваться. Это мы видели несколько раз. И в этом заинтересованы огромное количество стран. Но в этом и не заинтересовано огромное количество стран. Поэтому давайте внимательно будем сейчас следить за тем, кто будет избран следующим президентом. И тогда мы сможем уже точно говорить, это будущий преемник, на него ставку сделал Али Хамейни, или же это просто внутриполитическая борьба, и она может еще более ужесточиться, если духовный лидер на самом деле заболеет. Потому что можно кого-то объявить наследником, но в принципе это можно будет и всегда переиграть в условиях такого государства, как тот же Иран. Но не забывайте, что Иран – это не Афганистан, это не Ирак, и это не Йемен. Это страна с традициями, вековыми традициями, это бывшая империя в том числе. Поэтому если Иран уже более 40 лет в условиях этих санкций существует, плюс это 100% шиитское государство, и я так думаю, это все довольно серьезно, и это не какая-то банановая республика, да? Так что это очень важно понимать. Но в условиях того, что сегодня идет вот такая полномасштабная агрессия России против вас, вы должны понимать, что это союзник России, и это союзник Китая в этом регионе, где у каждой из страны есть свои интересы, особенно учитывая, что здесь, в этом регионе, сунниты и шииты. Они исторически ненавидят друг друга. Несмотря на то, что они выражают соболезнования, и Турция в том числе выражает соболезнования, мы должны понимать, что между суннитами и шиитами было, есть и будет всегда это противостояние. И то, что Китаю удалось, например, помирить на время Саудовскую Аравию с Ираном, это еще ни о чем не говорит, потому что пока идет такая полномасштабная война, пока Соединенные Штаты Америки и Израиль не отказались от своих планов в отношении того же Ирана, и пока в Иране находится нынешний режим клерикальный, да, всегда мы можем видеть, ну, не в этом году, но во всяком... В этом году точно мы ничего такого не увидим, потому что Америка не хочет этого, и Америка не хочет эскалации ни на Ближнем Востоке, ни вокруг того же Ирана. Поэтому я даже не думаю, что здесь американцы как-то приложили к этому руку, потому что американцы довольно неплохо сработали на ирано-израильском так называемом противостоянии, когда эти 350 ракет вылетели, и ни одна из этих ракет не долетела до Израиля, не получили никакой-то цели, и Америка больше всех с этого имела дивиденды. Значит, есть какие-то такие контакты между Соединенными Штатами Америки и Ираном, которые мы просто не видим. Поэтому, если это есть, так спрашивается, а зачем сегодня как-то дестабилизировать ситуацию внутри Ирана, пока в Соединенных Штатах Америки проходит президентская кампания. Так что давайте будем наблюдать. Я, скорее всего, склоняюсь к тому, что это несчастный случай, или же это внутриполитические разборки. Внешнего фактора я здесь не вижу. Господин Инус, как всегда, большое спасибо вам за этот разговор. Большое спасибо именно вот в последнем вопросе. Вы все истолковали и объяснили, потому что здесь у нас, ну, очень так, не знают только азы, там, да, что происходит на Ближнем Востоке. Большое вам спасибо. Как всегда, познавательно. Попрошу наших зрителей поставить лайк, прокомментировать и поделиться нашим разговором, потому что он очень важен. Спасибо вам. Дякую. До побачення. Слава Україні. Героям слава. Нагадаю нашим глядачам, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться розмовою з Ремісом Юнусом. Це я політолог зі Сполучених Штатів Америки і екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами побачимось в ефірі 24-го каналу.